Недовольные управдомы потребовали отставки районных глав и директоров ЖКС. Митинг против коррупции в жилищной сфере прошел на площади Ленина. Организаторами пикета выступила Ассоциация председателей советов домов Санкт-Петербурга. В общей сложности митинг собрал около сотни человек. Многие недовольные принесли с собой квитанции по коммунальным платежам, по их мнению, начисленным неправильно. В счетах стали появляться такие вещи, как, допустим, водопотребление. Даже по счетчику граждане платят по счетчику, но водоотведение почему-то выше, что составляет очень такую солидную сумму. Потребление и водоотведение. Водоотведение больше, она не может быть. Люди не ходят с ведрами, домой не приносят и сливают. Навести порядок в жилищно-коммунальной сфере могут общественный контроль и государственный надзор, считают участники. Прозвучали и более конкретные требования – отправить в отставку несколько районных глав и директоров жилкомсервисов за злоупотребление служебным положением. Доказательств, по словам митингующих, достаточно. Правда, несмотря на это, итогом митинга стало не заявление в прокуратуру, а коллективное письмо губернатору.